Доброго дня всем, здрасте. Корову укусил клещ. Пытаюсь вылечить от одной заразы. Так, у него вторая автоматом присоединилась. И что я делаю? Отварила рис. И вот бульон от риса. В этот же бульон прям добавляю смекту, человеческий препарат. Вообще его нужно, ребят, его готовить, это нужно, это целое искусство. В теплую воду обычно добавляют этот порошок и уже очень-очень медленно и долго его нужно перемешивать. Вот, ну, в данном случае, так как бульон, он у меня плавает наверху, воду-то он опускается в стакан с водой на дно. Очень надеюсь, что поможет. Так, дело в том, что корову укусил клещ. Еле спасли корову. Не знаю, спасли, не спасли. Состояние у нее не очень до сих пор, но подсоединилась еще вторичная инфекция какая-то, гадость. И очень сильно она запоносила. То у нее был, никак навоза не могли дождаться от нее. А сейчас почему-то очень страшно, страшное у нее состояние. Так. Вот так вот. Пинчиком. Чтобы не оставалось комочков, чтобы до конца все это растворилось. Очень сильно растворилось.